Всем привет! Девочки, я сходила в Fix Price. В последнее время стала туда ходить очень редко, потому что все самое интересное стоит там 200 рублей, то есть 199. И меня эти цены, честно говоря, огорчают. Если раньше можно было пойти и там на 500 рублей, я не знаю, очень много чего набрать, и очень интересного, и нужного, то сейчас самое интересное, вот оно почему-то стоит очень дорого, и мне кажется, даже некоторые вещи стоят неоправданно дорого. Но на этот раз я пошла за контейнером, хотела купить прозрачный контейнер, уже давно собираюсь, чтобы я могла туда положить свои всякие пузыречки, флакончики, шампуньки, там крема и так далее. У меня один контейнер есть, но он уже прям заполнился впритык. Но такого контейнера я не нашла, но я нашла другие контейнеры. И в общем еще кое-что, немного я купила, но в общем все очень нужное. Но первое, что я вам хочу показать, вот такая ажурная корзинка. Я хотела давно купить такую небольшого размера, потому что большого размера были, но большую я не хочу. Корзинка вот эта стоит 77 рублей, вот такого она размерчика. И вот я ее поставлю сейчас сюда. Она будет здесь неплохо смотреться как раз-таки. И в нее я могу уже положить какие-то свои разные бьюти-штучки. Дальше купила я вот такой контейнер. Я на него смотрела еще в прошлый раз и как-то вот не раз уже смотрела, но не могла понять, куда мне его применить. А сейчас думаю, ладно, вместо того, который мне нужен был, я возьму такой вот узенький и кое-что из флаконов, высоких флаконов я сюда положу. Смотрите, вот его цена 99 рублей и, кстати, вот его габариты. А когда я посмотрела на картинки, куда его можно применить, и тут уже у меня прямо всплыло куча очень важных вещей. Но первым делом я его все-таки применю для химии, которая у меня под мойкой стоит. И там разные вот эти вот пузыречки, флакончики, и обувь у меня там лежит. И оно одно другому мешает. А сейчас я знаю, что сюда я все сложу, все поместится, все мои вот эти вот как раз-таки вот такая химия под мойкой. Еще я примерила этот контейнер, он входит мне прямо в глубину холодильника, и его можно было бы применить как дополнительный контейнер для фруктов, например, или овощей, или даже там вот бутылочки, там бутылки с молоком, там с чем-то можно поставить. Но в холодильнике мне он сейчас как бы не очень сильно важен, да. И также на стиральной машине у меня стоит один контейнер, и узкий можно было бы рядом тоже поставить. Можно поставить также его под стол. Он вообще место немного займет. Но, в общем, много-много применений. И вот благодаря тому, что он узенький такой, и длинный, и высокий, он очень вместительный. И даже таких и два можно было бы рядом поставить. Ну, в общем, короче, применение такому контейнеру огромнейшее. Я даже думаю, что я, может быть, лучше было бы, если бы два купила. Но, может быть, я посмотрю еще, может быть, я второй как-то еще и куплю. Ну, по крайней мере, вот сейчас я уже точно знаю, для чего он мне нужен. Ну, вот в этот контейнер прекрасно поместилась моя вся химия. И я его уберу под мойку. Он будет там мало места занимать. Но дальше я опять взяла вешалки. Я каждый раз, как туда иду, и обязательно я цепляю вот эти вешалки антискользящие. 5 штук, стоит 77 рублей. Они очень мало места занимают в шкафу. И вот эти всякие там футболочки, блузочки, тунички, там платьички, в общем, повесить, они очень компактно, в общем, туда заходят, много вещей можно поместить. Но так как у меня, в общем-то, вещи прибывают, так или иначе, вешалок опять не хватает. В общем, взяла нужную вещь в хозяйстве. Девочки, вот такой вот увеличитель с подсветкой дочка мне подарила. Но я оставила его у нее, потому что он мне там нужен. А здесь мне такой тоже очень даже нужен. Увеличительное стекло у меня есть, но оно без подсветки. Подсветки очень не хватает. Вообще хочу сказать, очень нужная вещь для вот особенно людей пожилых, которые мелкий шрифт читают с лупой. И, как правило, еще и света, в общем, верхнего недостаточно маловато. Вот эта вот подсветочка, то, что нужно. Сюда идут батарейки, две штуки.
две пальчиковые батарейки, и сейчас я распакую его, вставлю батарейки, и мы его проверим, как он работает. Прикольная вещь вообще-то, но очень вещь нужная в хозяйстве. Почитать какой-то рецепт, а может кто-то газетку там читает или что, кроссворды разгадывает. В общем, вещь нужная. Стекло только надо протереть. Что касается лупы, она стоит 99 рублей, но я думаю, что для такой лупы с подсветкой нормальная цена и не так уж это и много. В общем, довольна я покупкой, нужная покупка. Дальше, девочки, я купила опять магнитики, но просто очень люблю их. У меня такие магнитики на холодильник есть, но мне их все равно маловато, потому что много разных бумажечек я туда цепляю. И вот таких вот с таким рисунком у меня еще нету. В общем, теперь будет еще магнитики, нужная вещь тоже. Дынька мой, внук. Внук мой любит играться с такими магнитиками. И он вот у дочки, он их просто берет с холодильника, потом где-нибудь забросит и потом ищи их. Ну, в общем, всегда они нужны. Взяла и пусть будут. Магнитики стоят 55 рублей. Девочки, кто пользуется вот таким вот термометром за окно, который вешается, так как пластиковые окна приходится брать на липучках. Но потом я, правда, немножечко еще усиливаю скотчем широким его. Но они вот выгорают летом, ну, портятся, в общем. И поэтому я периодически вот такой вот градусник обновляю за окном, вешаю новенький, свеженький. Стоит он 50 рублей всего лишь навсего. И что еще хочу сказать. Вот вы когда выбираете градусник, вот видите, сколько там, несколько штук их висит, допустим, да? Посмотрите, вот среднее значение. Но если я в магазине вот пришла, я там ощущала, что там градусов 26 примерно, да? И я посмотрела, там 1,25 показывает, большинство 26 показывает. И, в общем-то, я выбрала градусник, вот как раз термометр, который показывает настоящую температуру, которая на данный момент в этом месте, в котором я нахожусь, в котором он висит. Тот, который меньше всего брешет, который больше правды говорит. Вот этот вот градусник я выбрала, я думаю, что он не будет сильно отклоняться от нормы, показывать мне хотя бы какую-то приблизительно правду. Но, по крайней мере, мне с градусниками такими до сих пор везло. Вот, так что он недорого, 50 рублей стоит, но нужная вещь. Вот она как раз-таки взяла то, что нужно. Вот, и, девочки, вместо того контейнера, который я купить хотела, такого прозрачного, я все-таки взяла вот такую корзину. 99 рублей, все-таки стоит она не 200, а она вместительная. И поставлю я на то место, куда собиралась тот контейнер поставить. Ну, в принципе, на стиральную машину. И у меня там тоже очень много флакончиков, куда я вот как раз-таки поставлю. То есть все вот эти корзины и контейнеры, которые вот я взяла, их раз, два, три штуки, да, они все мне нужны. И каждый нужен для своего определенного места, куда я знаю определенные вещи, которые туда я положу. Ну, а сюда много чего другого можно положить. Кто-то, может быть, вязанием занимается или еще чем-то. Ну, такой симпатичный вот ажурненький. И цвет я взяла, который мне нравится. Такой легкий бежевый цвет. Он с ручками. Также можно вот белье туда положить какое-то. Ну, в общем, много чего интересного можно туда положить. Нужная вещь. Ну и еще я взяла вот такую штуку для волос. 77 рублей стоит. Это повязка для волос для косметических процедур. Я пользуюсь ободком, но один ободок у меня уже сломался, а второй у меня тоненький, может сломаться в любой момент. И мне тогда нечего будет повязывать на голову.
В общем, такую повязочку я у дочки видела. У нее даже есть там другие какие-то, другого цвета. Ну, в общем-то, такой цвет мне тоже подходит. Я его взяла. Сейчас распакую, посмотрю. Вот такая вот клевенькая повязочка. Ну, я понимаю, что волосы надо собрать. Но я просто смотрю сейчас, цвет этот идет мне или нет. Вполне даже идет. Если я буду делать процедурки для вас, я буду одевать вот эту симпатичную повязочку. Красота! Ну все, мои хорошие, на этом все. Весь мой обзорчик закончился. Я вам показала все, что купила. Все купила нужное. Деньги потратила не зря. Там много чего интересного еще есть. Появились много новиночек. Но я думаю, что вы уже смотрели видео, которое я выпущу. Это видео, вот, которое сейчас я сняла, оно выйдет позже, чем «Бегу в Фикс Прайс». И там я уже поснимала много разных всяких новиночках. И что интересненького я там увидела на полочках. Ну, на этом все. Всем, кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.